Если вам нужен профессиональный ключ для 10-й винды или офиса, то распродажа на GVG Mail вам в этом поможет. Тут можно купить профессиональную 10-ю винду за косарь, и она будет прекрасно работать, безо всяких кряков и взломов. Работает все надежно и без проблем. Покупка совершается прозрачно и легко. А если еще и применить вот этот промокод для скидки, то цена становится еще вкуснее. Все ссылочки будут в описании, переходите, ознакомьтесь. Вот новая, интересная и крутая подборка с товарами для кухни, которые многим понравятся. Смотрите от начала и до конца, и в конце вы можете поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будет приспособление для смачивания губки. Оно представляет собой прозрачный контейнер с верхней площадкой лифтом, размеры которых соответствуют формату большинства стандартных губок. Для того, чтобы смочить губку, достаточно поместить ее внутрь ограничителя и одной рукой нажать на нее. Простой механизм подачи чистящего средства поможет равномерно пропитаться ее пористой грани. Всего внутрь помещается 380 грамм миллилитра жидкости. Емкость легко перезаправляется, когда средство внутри подходит к концу. В качестве губки можно использовать любую, которая подходит по размерам. Корпус приспособления изготовлен из ABS пластика и по своим габаритам подходит для размещения на краю раковины. Навесной держатель для кухонных ножей. Такую коробку с прорезями различной длины можно прикрепить на стену или установить с внутренней стороны дверок кухонных шкафчиков. Отверстия на боковой стороне призваны обеспечить приток воздуха. Корпус держателя изготовлен из белого полипропилена и является разборным. Помимо ножей, хранить здесь можно ножницы и другие острые предметы. При этом рукоятка инструментов всегда будет сверху, то есть извлечь их можно в любой нужный момент. Кружка-раскладушка из силикона. Преимуществом ее является телескопическая конструкция. Она позволяет сжать стакан до состояния блинчика толщиной 4 см, не прикладывая к этому никаких усилий. В развернутом виде емкость совместима с большинством автомобильных подстаканников. Наличие плотной крышки защищает напитки от расплескивания. Для питья здесь предусмотрено небольшое отверстие. Корпус кружки изготовлен из силикона, который обладает антимикробными свойствами, быстро отмывается от загрязнений и защищает руки от перепада температур. Электрочайник Xiaomi Derma, который обладает складной конструкцией, а поэтому его всегда можно упаковывать в чемодан или унести в рюкзаке. Приспособление изготовлено из сочетания стали и пищевого силикона и оборудовано съемной ручкой. В сложенном состоянии высота такого чайника составляет всего 94 мм. Диаметр остается неизменным при любой конфигурации и составляет 12 см. 600-ваттная мощность прибора позволяет кипятить воду за 7 минут. Шнур питания является отсоединяемым. Дополнительно в чайнике реализована трехступенчатая система безопасности, предполагающая автоматическое отключение и защиту от удара током. Термостойкие перчатки. Для обращения с горячими кастрюлями или сковородками традиционно используют всевозможные прихватки и кухонные полотенца. Следующим уровнем защиты рук от ожогов является применение специальных перчаток. Изготавливаются они из термостойкого силикона, способного выдержать температуру до 200 градусов. Дополнительным их преимуществом является рифленая структура поверхности, которая позволяет крепко удерживать горячие предметы. Прозрачная лента для защиты от плесени. Влага, попадающая в промежутки около раковины, рано или поздно приводит к образованию плесени. Самым простым и доступным способом защиты от нее является использование специальной ленты. Выглядит она как обычный прозрачный скотч, но предназначена специально для изоляции от влаги. Благодаря клейкой основе она легко наносится на любые типы поверхностей, на которые оказывается практически незаметной. Помимо обклейки раковин, ленту можно использовать для защиты плит. В этом случае она предотвращает попадание жира и остатков пищи в узкие промежутки. Если кухня является достаточно просторной, то в ней остаются узкие и незаполненные места, где чаще всего скапливается различный мусор. Использовать их с пользой позволяет портативный стеллаж на колесиках. В зависимости от выбранной конструкции такого приспособления, состоит из двух или трех модулей, установленных вертикально друг над другом. В каждом из них есть полочки, которые можно использовать для размещения бутылочек, сосудов и контейнеров. Многочисленные отверстия снизу полок не дают скапливаться грязи и позволяют воздуху свободно циркулировать. Наличие ограничителей по краям не позволяет предметам падать или перемещаться. На смену привычным лоткам для разнокалиберных ложек, вилок и ножей пришел обновленный вариант в виде кухонного органайзера.
Для хранения столовых приборов здесь предусмотрено 5 отсеков, каждый из которых промаркирован таким образом, чтобы одинаковые предметы всегда находились рядом друг с другом. Располагаются они здесь под небольшим углом, что облегчает их извлечение. По своим размерам такое приспособление совместимо с большинством стандартных ящиков, то есть вполне может заменить собой старые лотки. Наличие на его основании специальных вставок препятствует скольжению. Гироскопический дуршлаг 3 в 1. Чаша в этом приспособлении всегда находится параллельно поверхности раковины, что является надежной гарантией того, что его твердое содержимое остается внутри при любом наклоне. Гироскопический дуршлаг может использоваться не только для мытья овощей и фруктов, также его удобно применять для размораживания мяса и в качестве сервировочного лотка. Таким образом, в нем были удачно совмещены сразу 3 функции. Чаша здесь имеет сразу 2 канала для слива, так что пользоваться можно любой из ее сторон. Электропечка для приготовления яичных рулетов обладает вертикальной конструкцией и загружается через отверстие сверху. В первую очередь перед готовкой камеру следует наполнить растительным маслом. После этого разбейте и вылейте внутрь содержимое 2 яиц, а также добавки по вкусу, например, порезанные томаты или зелень. Процесс приготовления обычно длится от 5 до 8 минут и зависит от требуемой твердости конечного продукта. В комплект поставки прибора входит 5 палочек, которыми можно проткнуть сосиску, чтобы та оказалась приготовлена в сердцевине яичной оболочки. Также частью набора является специальная щетка для очистки контейнера после использования. Ручной пресс для изготовления пончиков. Свежие пончики, посыпанные сахарной пудрой или политые сиропом, обожают многие, но далеко не все умеют их готовить самостоятельно, хотя в этом нет ничего сложного. Строение этой кулинарной формы является элементарным, то есть не содержит электрических деталей. Вместо них здесь предусмотрен ручной пресс на пружине, с помощью которого содержимое конуса выдавливается на сковородку в виде легко узнаваемых бубликов. Управляться с таким приспособлением можно с помощью всего лишь одной руки. Замок на холодильник. Для того, чтобы защитить содержимое холодильника от нежелательных визитов родных, близких, а также наглых друзей и коллег, было создано особое запорное устройство. Конструкция замка очень проста и состоит из 2 металлических дисков, которые стягиваются при помощи тросика длиной 19 см. Для их крепления к поверхности холодильника используют обычные клейкие полоски 3М. Таким образом, чтобы запереть основное отделение или морозильную камеру, потребуется сразу 2 приспособления. Для открывания и закрывания используется ключ. Безусловно, такой замок нельзя назвать супернадежным, однако он способен стать дополнительным ограничивающим фактором для любителей ночных трапез, а также защитить лекарства внутри от маленьких детей. Для приготовления пюре разваренные клубни картофеля необходимо раздавить до состояния однородной массы. Это в теории. На практике делать это без удобных подручных приспособлений слишком долго и неудобно. В этом случае на выручку приходит данная давилка, изготовлена из нержавеющей стали. Клубни помещаются здесь в большой отсек с дырочками, после чего с помощью пластины с длинной ручкой прижимаются к ним. На выходе получается готовое пюре. Также давилкой можно пользоваться для размягчения свежих овощей и фруктов, что делает ее универсальной кухонной утварью. Фольга используется на кухне не только для приготовления блюд. Данная алюминиевая наклейка предназначена для защиты любых типов поверхностей от скопления на них пыли и образования плесени. Материал обладает превосходными водоотталкивающими свойствами и может использоваться для нанесения на стену за плитой, а также в качестве подкладки в шкафчиках и ящиках. Наклейка легко очищается от любых типов загрязнений и обладает приятным геометрическим узором. Чаще всего владельцы холодильников сталкиваются с проблемой появления неприятных запахов, которые являются естественным следствием хранения разнообразных продуктов. Для избавления от них компания Xiaomi выпустила портативное приспособление, получившее название Viomi. Диск освежителя крепится в любом месте основного отсека или морозильной камеры, таким образом, чтобы избежать прямого контакта со съестным содержимым. Для активации устройства его достаточно повернуть против часовой стрелки, а выключение осуществляется в обратном порядке. Xiaomi позволяет не только добиться чистоты воздуха, но также способствует сохранению свежести продуктов. Диск не требует источников питания, но подлежит замене с периодичностью раз в год. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на мобильник либо на WebMoney. Условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой у вас холодильник, можно его марку или объем.
Любые веселые комментарии приветствуются. Спасибо за просмотр, хорошего вам вечера. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока!